Ребят, всем приветик! Несколько моментов. Момент номер один. Опоздание по выдаче штрих-кодов примерно 4-5 дней. Постепенно разгребаю, но это занимает 4-5 дней. Момент номер два. Чем дальше от видео ваш заказ, и вы не оплатили, тем меньше шансов, что я это украшение найду. Оно может куда-то деться, продаться, уйти. То есть, если вы хотите 100% быть уверенными, что украшение вас дождется, вы должны его оплатить. Это раз. И второе, хотя бы предоплату, и тогда оно уходит в зал ожидания с конвертом на ваше имя, с номером налоговой квитанции и штрих-кодом. Иначе не могу гарантировать, что данное украшение выживет. Потому как я его также ставлю в Инстаграм. Приходят девчонки, что-то смотрят. Короче говоря, если вы рассчитываете, что неоплаченное украшение вас дождется, это может быть так, а может быть и не так. То есть сразу вас, как говорится, предупреждаю. Потом вдруг мне кто-то переводит деньги, говорит, хочу кольцо, которое я просил месяц назад, у меня сразу сердце падает, потому как я понятия не имею, где это кольцо, начинаю искать, тоже точно не нахожу, потом вспоминаю, что кто-то уже давно купил. Короче, девчонки, такие адреналиновые ванны для меня очень вредно на мне сказывается, да и вам неприятно, поэтому лучше оплачивать вовремя. Пункт номер три. Я за эти 2,5 года выслала, ну, наверное, несколько тысяч посылок по всему миру. Пропала только одна. Это отличная статистика, хотя и бесит. В Южную Корею, к сожалению, пропала. Мы не знаем. Она отметилась на границе с Израилем и не отметилась, как что она вошла в Корею. Черт с ней, как говорится, бывает. И еще, ну это статистика отличная, но недавно, как вы знаете, я вам уже говорила, произошло очень приятное событие. Девочки одной вскрыли посылку на территории России. И украли кулон довольно дорогой с 4-го завода с золотом, с лабрадорами. Вот. И посылочку заклеили, и как ни в чем не бывало, с мыльницей пустой отправили дальше. Это также произошло первый раз за все это время. Я вас не хочу пугать, но мне кажется, что нужно при получении посылки, не надо ее, может быть, вскрывать прямо при всех, чтобы видели, что вы получаете, но осмотрите конверт как следует, я сразу вам говорю. Я закрываю двумя скобками степлера, чтобы не открылась. Если вы видите, что какая-то вдруг посылка проклеена селотейпом, скотчем, это должно вам быть подозрительно. Сразу ее открывайте в присутствии почтового работника. Я ничего скотчем не приклеиваю, как правило, я только селотейпом закрываю две скрепочки. Это тоже важная информация. Ну, собственно, все. Теперь, я думаю, можно начать. Мы смотрим марказит. Сегодня закончим. Но часов еще не будет, часы будут отдельное видео. Так, ну и начну я, пожалуй, с кольца, которое мне очень и очень всегда нравилось. И вот, наконец-то, его заказали, и я могу его вам показать и померить. Оно получилось $99, это довольно такое массивное, 24.30 грамм. Это артикул 0887. Значит, что тут идет? Это оникс, сверху гранат натуральный. Ну, сейчас мы все это промерим и посмотрим. Оно, конечно, не из дешевых, $99, но как бы оно того стоит. Это очень массивное, очень крупное кольцо. Что я вам хочу интересного сообщить, что несмотря на то, что оно произведено заводом, который специализируется на вкраплениях перита, здесь у нас вставка только гранат и вот вторым этажом оникс. То есть здесь вообще нету, насколько я вижу, никаких вставок перита. Что само по себе тоже прикольно. Вот. Ну, сейчас, конечно, мы посмотрим его цену. Цену я сказала, $99, оно получилось. Размер... А, кстати, так я не починила. Секунду. Так, я сейчас вынула батарейку.
И вставила по новой, и вот она, слава богу, оживилась. 19 размер. Вот такое интересное кольцо, 99 долларов. Так, далее. По какой-то причине не все заказы пришли. Может быть, я что-то напутала. Поэтому, наверное, будем делать дозаказ. Так что, девчонки, обдумывайте, кому чего не хватило. Это у нас выходит 60 долларов. Артикул 1234 с натуральным жемчугом. 6,50 грамм. Это колечко я выбрала по каталогу. Оно мне показалось очень милым. Тем более много серег сейчас с мини-жемчугом. Я решила, что надо нам такое срочно. Вот оно. Значит, это вот еще раз его параметры. Ну и, конечно же, размер мы. Вот смотрите, они пишут, что это 57 размер. 57 это имеется в виду окружность в миллиметрах. 17, я не знаю, что это значит. Это не в миллиметрах диаметр. 18 размер точно. Вот мы сейчас можем разделить и проверить, если 50, как 57 разделить на 18, у нас, по идее, должно число пи, по-моему, получиться. Сейчас посмотрим. 57 разделить на 18. Ну да, ну не совсем оно. Число пи это 3,14. Здесь получилось 3,17. Но, в принципе, это вам поможет, кто не разбирается в китайских размерах. 57 это окружность. Если вам нужно, в общем-то, посмотреть, какой размер. А давайте 17 поделим сейчас. 57 разделить на 17. 3,35. Нет, не подходит вообще. Если вам нужно размер российский в миллиметрах, наш привычный, а вы видите кольца, которые вот китайский размер, еще раз хочу сказать, это окружность. А мы из геометрии знаем, что окружность, для того, чтобы нам диаметр высчитать, нам нужно разделить это на число пи. Число пи это 3,14. Это постоянное, которое не меняется. Мы 57 разделим на 3,14. У нас получается, что это должен быть, по идее, 17,8. Я вам скажу. Вот, 17,9, пожалуйста. То есть это все довольно-таки точно. Вот теперь вы, по крайней мере, можете знать, что если у вас есть вот этот вот китайский размер, Пандора очень часто им пользуется, то вы можете очень легко рассчитать и в миллиметрах российский размер. Вот он, 17,9, так он и идет. Итак, еще раз, 60 долларов он получился за счет кучи мелкого такого микрожемчуга, конечно же, все эти вставки, кто-то их клеил, кто-то над ними работал. Соответственно, это влияет на цену. Так, следующее кольцо, которое попало мне на глаза, это натуральный граненый аметист, 55 долларов, его артикул 1605, 9,70 грамм. Опять же, вы видите, те же 57, то есть мы уже знаем, что это 18 размер. Вот, и давайте посмотрим. О, очень интересный прикол. У меня есть, впервые вообще такое вижу, у меня есть ощущение, что это кольцо разъемное. Я вообще такого не видела никогда в этом заводе. Век живи, век учись. Вот такое очень красивое кольцо. Пиритов тут немного, аметистов тут много. Смотрится, по-моему, очень празднично и симпатичненько. Давайте все-таки проверим меня. Ну, 18,1. То есть, ну, в принципе, мы понимаем, о чем речь, и, видимо, его можно разжать. Да, вот я чувствую, что, в принципе, можно, но лучше, конечно, как-то осторожненько это делать. А еще лучше покупать в размер, я думаю. Ну, или сжать, если сильно как-то не то. Такое красивенькое колечко. Аметистовая. Понравилась мне эта модель. Будем иметь ее в виду. Еще одно такое же кольцо. Я его, если сейчас выловлю сразу, то покажу, если нет. Да, есть. С голубыми топазами натуральными.
Оно стоит 56 долларов. Это 54, то есть это должно быть меньше. 56 долларов, 16.05, BT это Bluetooth Pass, 9.50 грамм. Давайте его посмотрим. Ну вот смотрите, очень красиво. И тоже, как вы видите, оно идет чуть-чуть, играет на разъем. Смотрите, вот мне на 17, так оно красивенько вообще легло. И у нас, вот просто по приколу, 54 на число пи, оно должно быть 17.1. Ну, 17.2, ну да, да, вот оно, так оно и есть. Очень красивое колечко, обратите внимание, девчонки, золушки, у которых 17 размер, симпатично. 56 долларов, это натуральный голубой топаз, граненый. Так, и далее в нашей программе. Сейчас вам расскажу нереальный прикол, произошедший вчера у моего бывшего дома. Я вам скажу, меня это не сильно развеселило. Мы немножко посмеялись, конечно, но это не смешно. Сейчас расскажу, что было. 42 доллара, 16.21, азурит, судя по буквам, 5.50, азурит. Нет, какой же это азурит-то? Это... Черт, я всегда забываю название этого камня. Девочки, помогите срочно. Амазонит. Во, амазонит, конечно же. Амазонит. И тоже 54, значит, это 17 размер. Такие сердца амазонитовые. Тоже симпатично. Видите, разные сердечки. Такой вот клевер, что ли. Значит, рассказываю. У моего бывшего Олега Гуревича, которого вы уже видели, может быть, в ранних видео, у него живут два кота. Это кошки, если честно, коты, вернее, моей мамы. Почему? Потому что моя мама с февраля прошлого года живет в хостеле. Хостель – это такое некое субсидированное частично жилье для пенсионеров от государства, в котором довольно так, такое, как общежитие, что ли. И там не разрешается держать животных. Вообще редкий сволочизм. Ну, как говорится, кто у нас спрашивает. Так, ребят, еще раз 42, 17 размер. Вот его код. Амазонит. Вот, и у моей мамы жил перс, которому уже больше 10 лет. И жил Чупа. Перс зовут его Котя. Чупа это... сфинкс, но он сфинкс браш, то есть он выбракованный. Это сфинкс, который не чисто голый, как привычно, а он немножко с шерстью. И вообще, почему он чупа? Потому что он чупакабра. То есть вид у него, конечно, на море обратно. Очень он странный, поэтому он ко мне и попал, собственно. Милли его обижала, и мы его отдали маме. И вот он теперь, эти оба кота, живут у Олега дома. Но это была преамбула. Ребят, 55 долларов, артикул 954, 10.80 грамм вес. Смотрите, я, если честно, не совсем поняла. Тут по аббревиатуре это кубический цирконий, G обычно это гранат. Но, как вы видите, здесь стоят зеленые камни. Мне кажется, что это кубический цирконий, изумруд или что-то такое. Мне... есть вот некая путаница. Но неважно. Я как бы какого оттенка кубический цирконий. Хотя часто это на цену влияет. Вы знаете, что это добавки драгметаллов, которые окрашивают фианиты. Но факт налицо. У нас зеленый цвет, такой изумрудный, очень яркий. Вот. Как говорится, что есть, то есть. Так что, если кому нужно, это фианиты зеленые под изумруд или под хромдиопсид. Очень, мне кажется, ярко и красиво. Ну и, соответственно, есть еще и кольцо к этому делу. Но кольцо будет, конечно, уже с гранатом. Непосредственно так, как я и заказывала. То есть, видать, не перепутали. Я хотела комплект, а получилась вот такая немножко странная вещь. Ну, странная так странная. 55 долларов. По-любому они все равно красивые. Вот, и, короче, сидит вчера мой бывший на балконе, как приличный человек, читает книжку и смотрит с балкона, какая-то движуха в подъезде. Что-то двери хлопают, какие-то крики, шум какой-то. Ну, думаю, странно, ну ладно.
И через какое-то время звонит ему на телефон соседка и говорит: скажи, это не у тебя такой кот странный живет? Олег говорит: ну да, наверное, мой кот. И, значит, что она говорит? Что кот случайно выскочил в подъезд, Олег не заметил, и погулял по подъезду. Вот, тут меня прервали. Сейчас попробую сосредоточиться и сказать, чем кончилось дело. Значит, дело кончилось тем, что он, значит, выбежал в подъезд, чупа погулял по подъезду, устал и решил вернуться домой, но этажи он считать не умеет, он забежал на первый этаж, где живет религиозная семья, которые как-то животных, видать, не очень любят. И, короче, испугавшись, они тот загнали его под кровать. Но дело не в этом. Самое смешное в этой истории, что эти дебилы вызвали пожарных для того, чтобы они его оттуда, значит, вытаскивали. Вот. Олег был, конечно, в шоке, а Чупа выскочил в подъезд, напуганный жутко. Олег его схватил на руки, тот к нему, значит, в него вцепился, повис на нем. Вот. На что соседка сказала: а что, разве он не дикий? Он разве, типа, не кусается и не царапается? Вот. Ну, Олег, конечно, у виска у них покрутил пальцем и пошел домой. Но я очень жду теперь, когда они все получат за вызов пожарной команды, это же все не бесплатно. Короче, насколько люди даже идиоты, когда кот забежал чужой. Ну, кот страшненький, немножко странный, голый такой. Ну, действительно, чупованный, не сильно красавец, но как бы вызывать пожарных. Алло, товарищи. Вот такая вот дикая история приключилась. 56 долларов, это 0,664, это игуана, тут ее два, две, и они два размера. Игуаны у нас 1,57, как мы знаем, это 18 размер. У игуан идут глаза гранаты. Как классно. Плотненько. Если общий вес 31,50, значит каждая по 15 грамм с лишним. И вторая игуана 59. 59, давайте посчитаем. Разделить на 3,14. 18 и 8 примерно. 18 и 8. Да, кстати, так оно и есть. Еле-еле мне на второй палец. Это примерно в натуре как 19. Сейчас перемеряем его штангенциркулем. Да, 18 и 8. То есть разница где-то примерно 8 миллиметров между ними получается. Вот такие две игуаночки. По 56 долларов каждая. Так, next. Так, следующий у нас за 59 долларов у нас идет кольцо. Вы знаете, эти кольца я уже заказывала, но, по-моему, с голубым топазом было в прошлый раз. И с цитрином. В этот раз я заказала с африканским гранатом 59 долларов, артикул 0703. И я заказала еще, там должна быть вставка, сейчас посмотрим. Так, 57, мы уже поняли, что это 18. Это африканский гранат, он очень-очень плотный по цвету. Видите, он еле-еле таким кровавым красным отсвечивает. И все-таки мы его промерим. Да, 18,2. Вот. Я надеюсь, что видно его оттенок. Как бы пытаюсь свет поймать. Вот. А еще одно кольцо, по-моему, с дымчатым кварцем было. Но я не помню. А вот оно. Сейчас мы увидим. Да. Оно намного дешевле получается из-за вставки 42 доллара. Это опять же 0,703. 54. 54 мы знаем, что это 17 размер. Дымчатый кварц. Вот. Тоже, кстати, красивенький. Вот, видите, как от вставки меняется цена сразу, сходу. Так, далее.
Вот такое офигенское кольцо. Жуть, как мне понравилось. И у меня у подружки в Германии есть крупных два украшения. На шею огромный кулон марказитовый. И, значит, на палец кольцо. И вот я все смотрела, смотрела. Думаю, если я увижу там на заводе что-то такое, закажу. И вот я увидела. Мне жуть, как понравилось. Вообще перламутр люблю. $46. 0001 артикул. Типа они с этого кольца начали свою деятельность, что ли, что-то у них вообще первое. 11.90 грамм, 59, это мы знаем, что это где-то 18.8 должно быть. Вот, смотрите, какое шикарнейшее кольцо будет на второй палец. На девушек с красивым маникюром, конечно, такое кольцо незаметным не останется. И перламутр красивый. Да, 18,8. Геометрия нас не подводит. Вот, девчонки, тут даже видно перламутр. Более такой привычный. И здесь он такой полупрозрачненький. Шикарнейшее кольцо, ребят. $46, по-моему, это не цена для такого кольца. Обязательно обратите на него внимание. Так. Опять же, перламутр. $45. 0,993. Здесь у нас 7.70 грамм. Кому важен вес. И вот такие цветочки, которые состоят из двух перламутринок. Таких вот внизу и двух посередине. Тоже очень красивые модели. $45. 7.70 грамм. Или 9.90. Я не знаю, что-то у людей с цифрами не то. 9.90, скорее всего. Окей. Переходим далее. Слонов, как где бы я ни увидела, я всегда беру. И в красной пресне есть слоны, и в марказите есть слоны, то есть в хонге, и в шаблюле есть слоны. Короче, слоны — это животные, очень востребованные в украшениях. $34, 0,309. Размер указан нам 57, это значит 18. И, а что наоборот ехать? Надела-то наоборот. Да, вот они. Три слоника. Каждый слоник держит другого за хвостик. И вот куда-то они идут. Мой Мейер, мой ученик, про которого очень часто упоминаю, сейчас в Танзании с женой. Он жутко не хотел ехать. Тогда мы с Лерой в Милан полетели, потому что его жена заболела, нам отдал свои билеты. А сейчас он жутко не хотел ехать в Танзанию. Вот я сейчас жалею, что я с его женой вместо него не полетела. Вот. Но на самом деле, конечно же, особо меня там никто не приглашал. Но он в итоге в последний момент все-таки поехал. И такие фотки шлет, конечно. У меня настолько ностальгия по Африке, как мы с Димой выруливали. Вот, в сафари. Очень хочется вернуться. У меня где-то в плейлист разное, есть немножко видео с Африки. Наши там небольшие приключения. Ребят, $34, 6.60 вес, 3 слона, 0,309. Ну, размер я вам сказала, 18. Я даже не буду перемерять, это и так понятно. Далее. А далее у нас колечки, которые будут однотипные. Но один, вот они все три, но разные вставки. Сейчас мы будем их открывать по мере 54, это значит 17 размер. Ребят, заметьте, это натуральный изумруд. Я не знаю, качество может быть не офигенно ювелирно. У меня, например, если изумрудное кольцо с бриллиантами, конечно, там изумрудик будет попрозрачнее и позеленее. Но, и тем не менее, это изумруд, $35, 5.30 грамм вес, и это 17 размер, вижу уже по 54,
И очень любимая мной форма поперек тонкая. Обожаю. Вот, ребята, такой изумрудик. Как говорится, кто хочет, забирайте. Я надеюсь, вообще, что видно что-то. Что-то мне все время, все мне не то, все мне темно. Симпатично. Это у нас первое. Далее. Девчонки, кто там подкладывал гору, еще не выкупил, дайте шанс отложить тем, кто платит сразу, потому как денежки мне нужны. 33 доллара, 5.20, голубой топаз натуральный. Что-то цена вообще, я вам скажу, прямо аж меня путает, чего ж так дешево-то. Смотрите, натуральный голубой топаз. Класс. Я не знаю, мне нравится то, что я вижу. И третье. Тот же. Вы сейчас, конечно, на меня серчаете, что все кольца одинакового размера. Ну, как говорится, девчонки, теперь мы будем знать, что заказывать. Правильно? Это у нас 0403. Это натуральный сапфир, тоже 35 долларов он получился, 5.30, и тоже 17 размер. Ну, не серчайте на меня, девочки, с пальцами покрупнее, ну, закажем еще. Я подумала почему-то, что такие, ну, не знаю, короче, о чем я думала в этот момент. Ну, вот у нас теперь есть три кольца по 17 с разными вставками. Начнем с того, что, может, вообще, кроме меня, это никому не понравится. Вот. Как-то так. А вот еще вчера была очень интересная дискуссия. Кстати, вот это вот кольцо с натуральным гранатом африканским, которое должно было быть с серьгами, а серьги зеленые. Вот, кстати, сейчас вам его и покажу. 59. Это мы уже поняли, что это 18,8. Вот. Так что колечко у нас имеется, но оно осталось в гордом одиночестве. 34 доллара оно у меня получилось. Вес 4.30. Вот. И 10.34 его артикул. Такое тоненькое, миленькое. Мне оно пиццу напоминает, где кто-то уже взял свой кусочек. Вчера мы сидели в машине. Я, Эден и Дима ждали Катрин, нашу подружку из Германии, чтобы поехать пиво попить в паб. И мы стояли лицом к остановке автобусной. Там стоял мужик, который, значит, стоял. Он нас убил наповал тем, что он стоял возле мусорки буквально сантиметров 30. То есть для того, чтобы что-то выбросить, ему даже не надо было шаг ступить, надо было просто руку протянуть. И этот дебил, значит, из кармана вытаскивает какую-то бумажку, посмотрел. Что-то ему не покатило, и бросают ее на землю рядом с собой. Притом остановка довольно чистая. Мы так все полный рост офигели. У меня, конечно, было желание выскочить сразу на него там навалиться. Дима меня остановил. У нас была интересная такая дискуссия. А, потом у него выпала еще какая-то бумажка. Он ее увидел, что она выпала, но не поднял ее тоже. Короче, мы были в полном шоке от такого поведения. 43 доллара. Это 13.38. Это серьги чисто серебряные с перитами без вставок других камней. И вот мне очень понравились кружочки. Такое какое-то, знаете, как будто это бесконечность, символ бесконечности. Вот. Смотрите, какие прикольненькие. Такая веточка. Сколько они? 43 доллара они получились. Вот как будто ощущение, будто они висят на этом колечке. Вот. И Дима сказал очень интересную вещь, которая мне очень понравилась. Интересную мысль. Он сказал, что цивилизованные народы, ну, я все-таки сказала, наверное, что это Япония или, наверное, Германия, никогда не делают замечания другим. В этом и заключается вот эта интеллигентность и цивилизованность. Если они видят человека, который вот сделал вот такой вот шаг,
идиотский. Они сделают вид, что не заметят, они ему не скажут, потому как нельзя человека за 2 минуты переделать. То есть, как бы, не знаю, я не совсем с ним согласна, хотя мысль очень правильная. Действительно, чем цивилизованнее люди, заметьте, кто обычно начинает в комментариях указывать, писать там гадости, говорить, что вот ты неправильно делаешь, пытаться поучать. Обычно люди, которые недалекого ума. То есть, чем интеллект выше, тем человек ведет себя как-то более тактично и более скромнее. В этом отношении и народ тоже. Чем народ как бы более образован, он считает, что указывать кому-то это весьма некрасиво. Вот мне интересно ваше мнение. Вы бы сделали замечание этому придурку? У меня осталось ощущение невыполненного долга. Не знаю, что я не вышла из машины, его не тыкнула мордой в эту бумажку. Но то, что Дима сказал, мне тоже очень импонировало, как бы. Потому как указывать и обучать, при том из себя ничего не представляя, это очень многие любители. Смотрите, 0,691, натуральный изумруд, 47 долларов, 8,90. Это должно быть, судя по 57, должно быть 18 размер. Не, ну он, конечно, нас убил, наповал. Я вам говорю, мусорка стояла. Руку протяни, притом огромная, это не то, что там не попасть. Вот, что я могу сказать. Такой народ, блин, поганый. Так, ребят, очень интересное кольцо. Два изумрудика. Обратите внимание. И такая модель тут должна быть еще с какой-то вставкой другой. Сейчас мы ее тоже поймаем. Так. Да, вот, вижу. Это с голубым топазом. 47 долларов, 8,20. Сейчас глянем размер. 57, тот же 18. Вот он, голубой топаз. То есть тут два, как вы видите, два камня. Вот они. Я специально увеличу. Мне нравится эта модель тем, что она ненавязчивая. То есть, если кто-то, например, хочет, чтобы никто не обратил внимания, вот именно как бы на марказиты, больше на пириты, на свечение, то они очень маленькие, эти камушки. Но тем не менее, есть в них изюминка. То есть классный, милый, мне нравится. 47 долларов, натуральный голубой топаз. Так, давайте перейдем. Елки, уже 32 минуты. Затягиваю я видосы свои. Не то слово. Девочки, ну не очень хочется, уже хочется вам допоказать. Ну потерпите, ладно, я попробую побыстрее. Просто хочется уже закончить с этим делом. 67 долларов, ребята. У меня есть ощущение, что это натуральная бирюза, потому как цена непропорциональна. Я боюсь, как говорится, то есть обычно ставится бирюза, насколько я знаю, прессованная и тонированная. Но эти серьги по цене вышли 67 долларов. То есть относительно, как вы заметили, цен других дороговато. И я так думаю, что есть вариант, что это натуральный голубой туркиз. Ну, по крайней мере, вот аббревиатура такая, туркиз блю. Вот. 9,10 грамм. Еще раз я сказала 67 долларов. Если кого-то это сильно будет интересовать, я у Тоя спрошу в WhatsApp его мнение по поводу камней. Может быть, действительно, сама модель дорогая, не знаю. Ну, короче, это указано как голубая бирюза. А прессованная, тонированная она или натуральная? Потому что вы же видели, на выставке были брошки с натуральной бирюзой. То есть однозначно указывалось. Здесь ничего не понятно. Ничего не указано, ничего не написано. Но цена 67 долларов. Вот такие очень прикольные, довольно милые, симпатичные серьги. Так, далее. Далее у нас идет... О, наконец-то для Нины. Нина просила. Нина, не знаю, ты разочаруешься или наоборот. 47 долларов. 2, 0,296.
9.50. Она просила со вставкой. Это у них проходит как рубин. Но рубин не натуральный, потому как натуральный рубин у них другого оттенка. Вот. А как рубин фианит. Он идет кабошоном. Просто у Нины есть такое кольцо. И вот серьги, не знаю, насколько ты будешь впечатлена или нет, они намного, то есть они маленькие, это та же форма, те же вставки, все то же самое, но они такие масенькие. То есть надеюсь, что тебе понравится. Я поэтому кулон не заказывала, решила пока что посмотри на серьги и скажи, вообще тебе это впечатляет или нет. В любом случае это $47, если вдруг Нина не захочет по какой-то причине. Вот это... Видите, аббревиатура CD, вот это как бы у них как искусственный рубин или искусственно выращенный рубин, не знаю, что именно. Вот так вот выглядит. Хорошенькие они, очень такие милые. Так, далее. Напоминаю, что мое видео можно смотреть на двойной скорости. Ничего вы не теряете, а сокращаете себе время на другие занятия. $43, 8.80, артикул 0625. И вот такая вот интересная, как спиралевидная такая спираль. То есть очень мне нравится. Я видела это, видела эти кольца в других магазинах, и они получались как-то очень дорого, и вот у нас-то вышло $43, по-моему, отличная цена для такого кольца, 0,625, как вы видите, это 18 размер, тоже, видите, 57 окружность, вот, и насколько я знаю, у них еще есть целая сетка, у них есть еще и серьги, притом разные, с висюлькой, без висюльки, есть, по-моему, кулон, короче, что-то вот есть вот в этом все, короче, такая спиралечка, очень даже симпатичная. Так, следующее, что вам хочу показать, это два кольца одинакового артикула. $38, 5.40, 0.012. Кубический цирконий, это гранат. 57, это значит будет 18 размер. То есть это, ребята, фианит, но очень красивый. Смотрите, как классно смотрится. Кровавый такой, винный. И тоже 18 размер, я уже сказала, да, $38. Кольцо не массивное, такое плосковатое, очень, по-моему, даже удобное. И такое же точно, но с белым фианитом, сейчас я покажу. И с белым фианитом оно по какой-то причине получилось чуть-чуть дороже. За $39, 9 грамм, просто кубический цирконий, то есть прозрачный. Вот такой вот. Мне очень нравится. Вот скажем так, я бы себе такое хотела. Вот если даже вот так вот поставить вопрос, я бы, если бы себе заказывала, делала для себя заказ, это было бы одно из колец, которое бы, конечно же, в заказ бы вошли однозначно. Но у меня вообще, я каждый раз это говорю, у меня некая любовь к темному черненному серебру и белым вот таким вот прозрачным кристаллам, типа горного хрусталя. Мне кажется, что это настолько красиво смотрится вместе. Так, значит, это $39. И у нас, сейчас у нас на последние два изделия очень классные. $52. 7 или 9 грамм, непонятно. Это, значит, натуральные камни в миксе. Тоже 18 размер. Как вы видите, тут всего по чуть-чуть. И тут, кстати, и аметист, и изумруд, и горный хрусталь, голубой топаз сверху, сапфир, гранат, цитрин, это рубин, это гранат, это перидот. Короче, все, что только у них имеется, они сюда вставили. Колечко не крупное, но очень такое, прям скажем,
Всего, что только можно, здесь можно найти. 52 доллара оно не зря стоит за счет вот такого количества интересных камней. И это 18,2. 18,1, то есть 50 тем, как мы и сказали. Артикул 16,26. И самое последнее, сейчас я вас убью на повал, по крайней мере, меня это убило. Это 18 долларов, 11.10 грамм, натуральный голубой топаз, серьги 11.57, посмотрите, какие камни. То есть, это, конечно же, стоит дешевле, в принципе, наверное, и не могло. Смотрите, здесь мало того, что есть два огромных голубых топаза посредине, тут еще есть голубые топазы вот тут сверху и два по бокам. Сейчас я увеличу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот они, два сверху и вот с бочков. Вот такие интересные совершенно серьги, прям скажем, не дешево, но очень круто. Так что, девушки, вот такая вот интересная штуковина. Вот, ну, собственно, все. По марказиту у нас остались только часы. Кто что не увидел в своих заказах, не отчаивайтесь, мы перезакажем. Вы знаете, в принципе, Хонг для меня делает очень быстро, просто я не могу отправлять им заказы по несколько штук. Я обычно набираю большой заказ. Большой заказ – это большая сумма денег. Поэтому как бы я делаю заказы редко, не потому что они делают их медленно. Когда я заказываю 21 рабочий день, уже все у меня. Они как раз делают очень оперативно, очень быстро. Но в плане денег все это очень много и очень тяжело. Это кажется как бы со стороны, что это все элементарно. На самом деле это все очень сложно. И поэтому, конечно же, мне было бы очень приятно, если бы вы выкупали свои украшения вовремя. Эти деньги пойдут на развитие канала, на развитие. Дальше у меня много очень всяких интересных идей, особенно с выставки. То есть, если будут ресурсы, то я смогу работать с остальными предприятиями, соответственно, набирать много интересного. Вот как-то так это работает. Вот такие вот, ребята, дела. 42 минуты. Это полный улет. Я вот даже не знаю, может быть, видео просто поделить на два коротких. Я уже даже не знаю, что делать. Ну, посмотрим. Может, действительно разделю. Все, пока.